Всем привет, друзья, с вами Сабирин. Продолжаем прохождение величайшего дополнения из предыдущих двух, конечно, для Dark Souls 2. Да-да, классное дополнение, мне очень нравится. Мобы нравятся, босс пока один, который я встретил, понравился. Сложно, оно сложнее, чем то, что было до этого. Мне это импонирует. Итак, мы продолжаем наше исследование. Давайте завершим исследовать все нычки, которые мы еще не нашли. Ну или, по крайней мере, большинство этих нычек и зон, где мы не побывали. И уже потом продолжим двигаться к боссу. Нам еще на этом гробике надо спуститься. Вы же помните вниз, да? Итак, нам нужно переместиться с вами вот в эту зону. У нас там были замороженные сундучки и проход замороженный, что сейчас уже растаяло, и мы можем пройти и посмотреть, что там. Давайте это сделаем. Так, здесь маг. Надо его ликвидировать. Так, что-то у меня заглючила кнопка. Прикиньте. Ну да ладно. Что-то у вас прям очень много напало. Тоже хочешь, да? Ну давай, давай, давайте, подходите мне. Так, голема оживили, отлично. Нахер я его оживлял? Фак! Давай с тобой здесь сразимся. Вот дерьмо. Ух, 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 ух. Ух, на развороте поймал. Готов, големчик. Человеческая фигурка с него падает. Прикольно. Да. Ой, я же хотел заклинание в прошлый раз. Совсем забыл. Ну вот, перерывчик сделал, забыл про заклинание молнии. Ну ладно, к костру дойдем потом. Мне охота, чтобы эти ребята заново резались. Вот тут еще голем. Слушай, ну давай, подходи тогда сюда. Бьем тебя, чтобы ты дал жизнь голему. Опа. Вон он, душа туда. Хопля. Ну давай, гад. Камон. Ух, ногу топает так прикольно. Класс.
Опа, все, ты отдыхаешь. Может быть, они не зря здесь стояли, может, за ними спрятана какая-нибудь стена. Вы, наверное, уже обратили, да, что это сундук, это мимик. Так, окей. Окей, нет, не спрятано. Ну что ж, давайте с мимиком разберемся. Все, готов. Блин, какой он ублюдский вообще. Фу. О, символ аварисы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это что у нас? Это что такое? Я слышал про него просто. Я слышал про символ аварисы. Это что? Что? Оружие, вещь, предмет. Что? Маска. Точно. Головной убор. Отражающие существа в виде мимика, которые превращаются в сундуки. Увеличивает поглощение количества собранных душ с убитых врагов и item discovery. Я также знаю, что этот предмет, по-моему, отнимает жизни постоянно. Так, кстати, давайте посмотрим, что тут по статам. Ничего особо не написано. Вроде... Фак. О, фак вообще. Да, он жизни, видите, отнимается у меня. Пошли отниматься жизни. Ага. Класс. Слушайте, ребят, ну я вам так скажу. Есть сет, который увеличит поглощение душ. Вы можете его полностью собрать, ходить фармить лорда гигантов и собирать до 550 тысяч душ за убийство. Ну, если вы уже дошли там, да, до, сколько там, New Game 3 выше, да, выше 3 он, помню, поднимается в плане того количества душ, которые дает. Вот, и вы дальше увеличиваете предметами. Так вот, благодаря вот этому вот хедпису, я точно не знаю коэффициент, процентное соотношение, сколько он дает. Надо будет посмотреть. Допустим, есть шапка, которая падает с лидера Ковенанта, с которым я стою. Господи, не то нажал. Вот видите, братство крови, да, Brotherhood of Blood. Вот лидер этого Ковенанта, если, во-первых, вы прокачались, он вам свой сет даст. А если нет, вы его можете убить, с него лутается шапка, а грудак покупается у продавца в Маджуле. Если я что не путаю, или наоборот, с него лутается грудак, а шапку продавца покупается. В общем, как-то так. Так вот, шапка и грудак, они дают бонус количеству собранных душ. Достаточно приличный бонус. Потом можно надеть перчатки Джестера, этого шута, да, и штанишки брони, которые носит продавец. Ее тоже можно будет со временем полутать, либо убить продавца в Маджуле брони, да, с него она дропается. И вот в этом полном сете, плюс еще колечко. Давайте, ладно, эту страсть снимем, но я ее буду использовать для убийства лорда гигантов. И еще использую вот это вот колечко, где оно? Вот оно. Падшие враги держат больше душ. Вы будете собирать, если, конечно, это колечко на +2, вы будете собирать 500, порядка 550 душ за проход. Вот с этим шлемом я не знаю. Мне вот интересно, сколько дает этот шлем. Наверное, много. Надо будет еще поизучать, полазить, какое процентное соотношение. А может, я просто лорда... Ух ты, мерцающий титан 3 штуки и кость дракона 3 штуки. Вообще неплохо. А может быть, просто я лорда гигантов убью, посмотрю, сколько душ я собрал, потому что я знаю максимум. Вот, и тогда поймем коэффициент, что к чему. Так, мы движемся дальше. Что это был за звук сейчас? Страшный. Впереди темный дух. Да я знаю, мы уже с ним встречались. О, эти уроды ожившие. Так, их сколько там стоит? Двое или на троих оживить? Достаточно двоих, наверное, да? Сундук открывается отсюда.
Ох, блин, не успел увернуться. Фак. Ну ладно, у нас сейчас есть хорошая возможность молнии использовать. Та-та-та-та-та. Черт, забыл. Не забыл, вернее, что-то как-то ступил. Так, давайте поставим вместо ремонтной фигни эту молнию. Сколько у нее заряд, кстати, был? По-моему, один, да? Не обратил я внимания. А, два заряда. Ну, все равно прикольно попробовал. Мы сейчас заодно и попробуем, собственно. Возьмем. Где тут у нас колокольчик драконевский? Вот он. Мы сейчас на магию попробуем. Пипец, как он долго кастует. И все? Ну, это заклинание что-то не алло. Не, ну правда. Что-то прям совсем не алло. Вообще, вообще отстойное заклинание. Просто пипец. Мне он не нравится. Давайте от него избавимся. Не хочу даже с ним бегать. Вообще фигня полная. Лучше ремонтное заклинание оставить, возможно. Или какой-нибудь вот это. Для фана. А чё, я люблю пофаниться. Ну, господа, вперед! Та-та-та-та-та-та. Здоровье, конечно, отнимается, жесть. Да хрена. Ладно, хватит прикалываться. Наверное, уже насмотрелись. Походу вернем мы ремонтное заклинание наше. Где оно там было-то, господи. Вот оно. Пускай оно у нас будет. Будет более полезно. Так, и, наверное, кучу этих кинжалов вернем обратно. Место занимает ручка, каменный этот. Так, что у нас тут еще лишнее? Ретейнер став. Эти два щита. Колокол. Так. Сет. Ретейнерс. По одной пока оставим, посмотрим, может, что-то полезно будет. Такс, 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 такс. Вот они, штанишки Целдора Трежерс. Траузерс, господи. Вот если носить их. Перчатки Джестера. Грудак, вот она. Нахар Алма. Роба. И вот его шапочка, Нахар Алма. И они дают бонус. Вот интересно, вот эта вот штука дает ли больше бонус. Поглощение душ. Ну, скоро мы это узнаем. Так, ладно. Давайте продолжим. Не будем терять время. Охренеть, он вообще сейчас в рампаж какой-то пошел.
жопа. Жопа, жопа, жопа. Фу, вроде справились. Куда ты там возвращаешься? Иди уж сюда, друг сердечный. Так, этого мы оживлять не будем, хватит с них приключений, блин. Так, нам там наверху надо оживить, да? Чтобы до сундучка добраться в любом случае. Тогда давайте усилим урон. Так, колокольчик нам тут не нужен. Что ж за бред-то, блядь? Иди сюда. Мне нужно второго оживить. Ну, передавай, давай, душ. Есть. Один. Фух. Минус 2. Ну что, теперь нужно будет подвести того мага. Хотя, может быть, уже и так откроется сундук. О, он уже сам тут подходит. Оп. Давай, давай. Камон. Так, ну ты третий. Големчик, come on, my darling. Ой, как, я же прыгнул, блин, надеюсь, он не убьет меня. Не убил.
Нифига себе. Блин, ребята эти мочат. Да, интенсивный бой выдался. Итак, что вы тут прятали в этом сундучке-то, а? Изогнутый великий меч Нила. Интересно. Вот он. Итак, великий изогнутый меч. С каким-то Ominous Blade. Ну да ладно, с каким-то лезвием, в общем, не знаю это слово. Одно из запрещенных орудий, запечатанное подальше королем. Айвори Кингом. Значит, состоит из камня, дерева и остатков великой души. Говорят, что чем дальше оно путешествует, чем дальше путешествует его владелец, тем смертельней становится клинок. Интересно, это что, чем дольше я живу, тем мощнее бью, что ли? Так, что она тут у нас дает по статам? Интересно, дает что-нибудь? Нет, особо не дает. Но смотрите, у нее, значит, базовый урон 207. Достаточно неплохо. Наверное. Вообще нет. Надо посмотреть будет, где он тут. Вот он. Ух. Ну да, атаки достаточно быстрые. Ух, очень быстрые, реально быстрые. Так, а двуручная атака. И сильная. Угу. Но двуручная сильная атака как бы не очень такая. А вот одиночная, то есть атака в одной руке, вот реально быстрый. Смотрите, повторный удар, он очень быстрый. Очень быстрый, то есть можно комбинацию и потом сильного удара. Да. Ну, такая интересная. Наверное, комбинация может быть. Ну, кладем его альтернативно. Так, коэффициент у него скалирования ох от силы A, от ловкости C. При прокачке они, наверное, потеряются, не знаю. Ну да, он неплохой. И он еще на максимум не вкачанный. Так, от силовая стойка двумя и сильный удар. Вот какой. Угу. Все понятно, все понятно. Ну, надо будет посмотреть между сериями, что и как с этим мечом. Так, достаточно интересный вариантик. Так, давайте возьмем... Ох, у меня и обе рапиры же подкоцаны, да? Ну, ладно. Самое время, наверное, починить. Хотя... Да нет, починимся, давайте. На всякий пожарный. Одну, по крайней мере, из рапир. Итак, господа, вот изначально мы шли сюда, наверх, да? Там был красный фантом, сундучок, помните? А сейчас вот здесь было заморожено, сейчас открылся проход. И мы можем пройти. Давайте пройдем, но надо посмотреть. Стопудов где-нибудь тайничок-то должен быть. Иллюзорная стена-то, ну хоть одна, ну. Берегись иллюзорной стены. Впереди лжец. Так. Что у нас тут? Через стену зашли. Знаете, я бы их на самом деле рядом с Големом бы убил. Ну давай, давай, подходи сюда. Просто вдруг за Големами там что-то есть.
ошибаюсь, я тут через стены профигачу. Как неудачно молния в меня попала-то, а? С задержкой, сука. Так, минус один галенчик. Окей. Так, ну что, теперь твоя очередь. Дурка. Разобрались. Так, ну что, рапирка у меня одна ломается, да? Возьмем темную. Смотрим двери. Секретные. Черт, нету, что ли? Бесполезно. Да, ты прав. Бесполезно было их всех убивать. Вон там еще внизу помещение целое. Так, баттерфляй, бабочка. Так, что-то здесь, давайте проверим. Ха! Вниз надо будет прыгнуть. Да я готов. Я, подождите. Может быть, здесь просто рыцарь и все, и дальше ничего нету. Может, мы его сейчас заюзаем. Вон рыцарь точно сидит. Вдруг мы уже можем сюда не возвращаться. Впереди темный дух. Ну давай, рыцарь. Так, надо будет дальше, да, пройти. А, так, ну прежде чем, давайте все-таки спустимся в этот секретик. Сундук. Отлично.
Это, вы знаете, что это? Это кольцо, увеличивающее урон от огня. Вот оно. Вот оно. То есть оружие, если у вас есть зачарование на огонь, на оружие, оно будет увеличить его урон также. Это здорово. 489 урона. А без кольца у нас 473. Но не так, чтобы много. То есть оно порядка чуть больше 10, да, дает. Если бы изначально копии были с бонусом на огонь, и мы еще увеличили их заклинаниями на огонь, да, вернее, чаркой на огонь, это кольцо дало бы 30-ку однозначно. Ну, в принципе, тоже неплохо. Любое увеличение урона, вы же понимаете, оно важно. Где оно здесь? Но это кольцо еще снижает защиту, насколько я знаю. Вот, видите, увеличивает урон, то есть было 473, вот правее вы увидите, стало 489. А, то есть, грубо говоря, на 16 оно увеличивает. Плюс у нас так увеличивает чародейскую перчатку, да, огненную перчатку, вернее, пироманта. Неплохо 30-ку прибавляет, вот о чем я говорил. 460 становится 490. Это прилично, прилично. Но она снижает, по-моему, защиту. Да, видите, на 100-ку почти. Чуть меньше, на 90 где-то. 80, да, защита падает. Ну, в принципе, может быть, я готов буду этим пожертвовать ради такого небольшого прироста. Посмотрим. Посмотрим. Ну, так у меня сейчас не две огненные рапиры, поэтому пока одевать его не будем. Так, здесь можно обратно спрыгнуть. Окей, а там еще были проходики. Давайте там посмотрим, что... Вот, уют. Умри. Так, сзади, надеюсь, никого, никого. Сранчики. Так, подхилимся. И, наверное, починимся. Вот огонь костра, там мы были, тут чувак, он бегает, можно будет спрыгнуть, возможно, да. Так, смотрим, что тут у нас. Тут у нас ни хрена нет. Да, ничего нету. Надо будет туда, значит, спрыгивать. Вот сюда вот. Сундучок. Сколько мы вообще секретов нашли тут? Жесть просто. О, великий лук. Давайте тоже его оденем, посмотрим. Вот он. Коэффициент скалирования по силе у него достаточно неплохой. Так. Больше особо ничего не дает. Описание какое у нас. Великий лук, сделанный из кости животного. Великолепно созданный. Предположительно происходит...
из Ланафира. Вот, нетбук, ух, симпотный. Спор нет. Симпотный такой. Ну, здоровый, жесть. Вообще. Так, ладно, носить мы его не будем. Так, что еще вот здесь? Что тут написано? Невидимая стена, но дырка. Чего? Че ты несешь? Так, ну все, то есть эту зону мы исследовали, я так понимаю. Давайте вернемся еще наверх, посмотрим, убедимся, наверняка все ли мы посмотрели. Чтобы уж 100%. И у нас была часовня, куда надо было пройти. Так, мы два рыцаря нашли, я так предположу, что третий рыцарь, наверное, в той часовне. Либо там, где вьюга, там, где вьюга. Но это мы посмотрим. Так, вот здесь был красный фантом в виде бочки. Но мы его, по-моему, убили. Наверное, бочки, кстати, больше не будет. Да, бочки-то нету. Так, вот сюда мы проходим и попадаем на самое начало. Где-то здесь, да. Так и есть. Кстати, мне вот интересно, я вот тут ничего не пропустил. Как вы считаете? Может, я тут что-нибудь забыл? Не, вроде ничего. На всякий случай проверил. Так, тут у нас не было случайно никаких дверей. Были. Вот, точно были. Открывается с другой стороны. Ух ты. Ух ты, как интересно. С другой стороны. Что бы это могло значить? Может, как-то туда можно попасть наверх, и она ведет там что-то наверху. Блин, прикольно было бы на самом деле. Надо будет помозговать, как чего. Может быть, из какой-то зоны мы сюда попадаем. Из той зоны, которую нужно будет дальше сейчас нам пройти. Так. Нам, значит, нужно спуститься там, где были фонтаны, и за фонтаны зайти. Помнится. Именно так и надо нам сделать. Черт, ко мне вторглись. Ну вот. ПВП начинается. Ну, давай сразимся. Давай, Дон Джон, в бой. Не лагерь, это радует. Спасибо тебе, дружище. Спасибо. Ну вот это неплохой пупешер. Не лагает, достойно помахал. Уважуха. Так, ладно. Ну что ж, давайте попробуем в ту зону сходить. В ту зону надо будет сходить, да? Да, думаю, да, однозначно с первого костра начинаем. Наверное, костер вот этот, который мы пропустили, там и будет.
Так, здесь мы все посмотрели, за исключением вот тут двери. Открывается с другой стороны. Ну, посмотрим, может быть, из той зоны и открывается. Вот, ну, чтобы вам, наверное, сейчас не смотреть, не ждать, как я все это буду кочевражить уже в который раз, давайте, наверное, я ускорюсь, что ли. Блять. Фак. Черт. Придется, наверное, еще раз ускоряться. Кстати, давайте человеческую фигурку завязаем. Блин, вот я обломался на самом-то деле. Ой, жесть. Фак, чё за тупняк-то начался вообще? Чё за дерьмо? Ай, лол. Ладно, побежали. Блять, это какой-то пиздец просто, бля. Фу, чё происходит-то? Чё происходит? Я же этих ублюдков мочил, как нехер делать вообще. Жесть, опять бежим туда. Ну давай.
сразимся. Ну, давай, давай, давай. Ох, попал. Рапира сломалась, блин. Я вам отвечаю, какая-то лагающая хрень. Вы же видели опять. Блин, заново бежать, убивать их. Не люблю пупешки с лагающими. Из Японии 100 пудов. Ну что, господа, вот мы и добрались-то, наконец-то, наконец-то, ёлы-палы, а. Ужас какой-то это был. Нам нужно исследовать еще эту зону. Просто необходимо. В прошлой серии я сюда успел забрести, но не стал вам особо ничего показывать. Все равно звук подглючивал. Не в прошлой, вернее, в позапрошлой. Ну вот, в этой мы пройдемся более подробно. Нифига себе они, хреначе. Вот здесь, в общем, лежало два ништячка в прошлый раз, но ничего особенного, на самом деле. Так, а вот тут сейчас, вот тут уродец должен покатиться. Так, небольшой ремонтик никогда не помешает. Давайте, наверное, зачаруемся, чтобы урона побольше было. Там готова эта сучка. Так. Ух, нифига там хрень какая-то сидит. Так, Хексер Николай вторгается. Так. Где стоит сражаться-то? Вон он наверху. Херасе тут молнии! Ну-ну. Замедление к стану. Вот уродец, он еще хилится там.
Урод. Ну это НПЦшка. Ой, стоит моб. Готов. Поэтому против НПЦшки мы и хилились. О, пидорасина слезла. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух. Так, аккуратнее, аккуратнее. Прикольная такая там тетя. Сверху? Да, сверху спрыгнула. Ой, их сколько дофига тут. Убил вроде. Еще одна. Сколько же вас тут? Открывается с другой стороны. Замечательно. Так. О, еще качущийся. Кто откуда палит? А он сверху. Рапирка ломается, рапирка ломается, нужно чиниться. Так, черт, у меня там все ломается, нужно будет тогда этот использовать. Порошочек. Как тут летают, а? Так как тебе тут добраться-то? Лабиринты какие-то, блин. Вообще опасно. Чуть не прибило. Блин, да тут целый город, ребят. Так, камень, помогающий зачаровать на магию оружия. Так, ну вниз нам сюда падать не надо. Так, что здесь? Здесь костер, вот он. Вот он этот костер, который мы не могли с вами найти. Ура! Мы его нашли. Отлично. Ну что, друзья, знаете, коль мы нашли костер, серия-то, в принципе, уже достаточно долгая получилась. Я не уверен, сколько из вас достойных людей нашлось, чтобы досмотреть ее до конца. Ладно, шучу. Терпеливых. Поэтому не будем ее дальше растягивать, я просто не знаю, как много там еще контента. Но подозреваю, что на десяток-то минут, наверное, хватит. Поэтому лучше-ка я оставлю остаток этой зоны, территории на исследование в следующий раз. Вот, и может быть как раз совмещу это с той ледяной локацией, если не будет хватать времени. Но я думаю, так и произойдет. Ладно, спасибо, что смотрели, продолжим исследовать эту зону в следующем выпуске. С вами был Сайбериан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оказывайте свою поддержку, ребят, я прежде всего стараюсь для вас. Спасибо еще раз. Всем пока и увидимся в следующем выпуске. Пока, друзья, пока.